Кривошеева Ефимия Петровна, народная сказительница, одна из зачинателей мордовского сказительского искусства, родилась 1 июня 1867 года в деревне Тарасовка, сейчас входящей в состав Камишкирского района Пензенской области, в многодетной крестьянской семье, национальность эрзя. Открытие творческого таланта Ефимии Петровны принадлежит ее сыну Илье Петровичу Кривошееву, который с 1922 года записывал исполняемые ею произведения. Широкую известность имя Кривошеевой получила после публикации в 1936 году в газете «Правда» произведения Лайши Макировдо. Широко известны ее гражданские сказы, поэмы «Ода в Чач», «Мирось Мастарось» и «С мягкий знакарь Мадон». Всего от Е.П. Кривошеевой записано более 50 произведений разных жанров. Первый сборник ее произведений «Лайша мать Дымород» был издан в 1937 году. Умерла 24 июня 1936 года в городе Саранск.